они уже получают Вингу, уже получают Террорблейды, то есть будет какой-то лютый забаф с кучей аур, как минимум уже, я думаю, будет Альфа-Волк, скорее всего, появится какой-нибудь там Гранитный Голем потом и так далее, Винга еще вот своей аурой. То есть ТБ здесь нужно как-то останавливать, и у нас уже в бане Элдер, уже в бане Андерлорд. Допускаю, Нужно. что должен уже подбираться лост и говорить 85%, Тайтхантер уже где-то здесь. Ну, здесь и правда нужны герои, которые должны именно драться впятером, очень сильный замес демонстрировать от в спике. И появляется Медуза, немного необычный на самом деле момент. Я немного другого ожидала, честно говоря. Но Герокоптер Осталось в 10 бане, секунд. поэтому ясно, я все поняла. Герокоптер в бане из Осталось 5 секунд. наиболее подходящих и вариативных персонажей, если учесть, что Тини, все-таки он тоже, они будут стараться именно по макроигре выигрывать. То есть 5 на 5 драться ньюби здесь, либо, опять же, они выиграют за счет перефарма драку и просто за счет того, что они просто сильнее как команда и раскатить могут, либо второй момент, они просто будут пытаться по макроигре Тини там с БХ искать кого-то и Осталось делать 10 фраги секунд. вдвоем, что-то в таком духе, и тем самым давать время Медузе на фарм и не давать Осталось LGD 5 Gaming секунд. собраться вместе и идти на пуш. Да и вообще-то как-то выглядит, что Медуза должна какие-то статы получать, когда ты должна драться, а у нее в итоге саппорты такие, что они не могут к ней перейти, и просто у нее еще и линия выпадает. То есть им надо не проверять начало игры, а как это сделать? Потому что обычно под Bounty Hunter ты вот приходишь, допустим, и у тебя там, например, какая-нибудь копа стоит. Но вы, типа, Осталось можете там 10 куда-то зайти и секунд. что-то сделать. Приходишь куда-нибудь там в легкую, у тебя там Джиггернаут плюс саппорт какой-нибудь стоит. Ты можешь Осталось что-то 5 сделать. секунд. Но здесь пока одна линия точно выпадает. То есть Медуза, и ты не боец. И что делать? Как из этой ситуации выбираться? Не совсем понятно. То есть на что они рассчитывают? Пока Нужен бан непонятно. какого-нибудь героя в легкую линию, который хорош одновременно против Бэтрайдера, хорош против Террорблейда, которого не загангает Чен. Кто это? Бон Флетчер какой-нибудь? Тоже вряд ли. Луна. Не знаю, Вот может. Луну я бы убирал. Она сколько-то против всего может, кроме Бэтрайдера. Но LGD's пока turn что to убирают vanquish. Пака. Думает, что будет ставка только на Медузу. Newbies turn to pick. Еще и Вапирос. Ну, тут совсем беда в центральной линии будет. То есть Медуза против Вапира очень плохо стоит. На лоу-левелах. И БХ не помощник. Мне этот пик Совсем. LGD в гейминг в этот раз нравится больше. Я вообще не могу придумать героя, который бы это как-то исправил. То есть даже где-то вот в мыслях. Нет, это не он. Ну, Это не тот герой, который все давай, исправит. давайте, если вот сравнить именно пик, не думая о том, что какая команда сильнее, то мне кажется, LGD все-таки этот пик выиграли. Но, опять же, если как раз учесть то, что Ньюби гораздо более сильная команда, они могут именно командной своей дотой и хорошим пониманием того, что нужно делать, дать жару, скажем так, оппонентам. Должны вроде как. Посмотрим. То есть, если полсы на Медузе, это... Вот есть такая проблема, например, у Миракла, что если даже у героя где-то не может нажимать 24 клавиши и показывать какую-то классную доту, он типа и играет. В рамках своего персонажа ничего не может поверх этого сделать. Если полсы тоже, вот у него сейчас эта Медуза есть, и что он, то есть, может правильно встать, нажать ультимейт. Ну, змейку он может кинуть. Этого маловато. Он не может, вот есть какая-то безвыходная ситуация, ей нужно что-то концептуальное предпринять. Его герой это не позволяет сделать. То же самое Вивер. То есть все, что он может делать, Приготовьтесь к это просто битве. там, ну, бегать, танцевать шипучими, бить с руки, кидать с фармы. Этого мало. Нужно больше. Вот надежда только на то, что KP на Тине что-то сможет сделать. Выиграть свою линию, перегангает всех и вся. Но как же проще? Все выглядит у LGD. Просто ТБ жмет клавишу, бьет с руки и делает это в разы сильнее, чем вся команда Ниби вместе взятые. У него есть пара хороших бафов, у него есть сейвы, у него есть танковый вайпер на случай, если нужно будет кому-то идти первым. И самое главное, у них есть бэтрайдер. Парень, который просто делает тебе Сейва у них начало, просто, мид-гейм. просто очень много. Только ты вот еще сказал, у него свой Сандер, да? И Чен там на базу может отпашить, и Инцара за счет там свапов, Бэтрайдера есть и так далее, да? Но еще у них в целом есть Винга, которая может свапнуть. Вот мне очень нравится прям. То есть 30 выглядит секунд так, до как будто начала бы при сражения. желании можно настолько плотно дефать ТБ, что его тут вообще никак нельзя будет убить. Но То надежда есть очень сильно на бан с единственное, что Хантером. меня...
смущает это, да, то, что Bounty Hunter и Китай. Потому что когда-нибудь они там в рамках уважения между двумя коллективами как-то между собой где-то подерутся, и там получится, что взять 4 левел, получится выйти в третье, начнется набор этих вещей, типа и там Медуза на 600-ах она выиграет здесь. Но другой вопрос, получит ли она их? Не будет решаться все вот в самом начале. Все убьет курьера или не убьет курьера? Сможет он помочь на линиях или не сможет? Простоят они эти линии или не простоят? То есть я вижу, что уже пошел свап по линиям, причем вот я не вижу нигде никаких вардов, ничего, что позволило бы примерно понять, почему Тиник сначала шел в топ, никаких героев не увидел и решил поменяться. Находит Вепирос с центряком Баунти Хантера. Тот, кстати, хорошо прочитал, где именно стоит центряк, отошел вот в рамках даже центра из Вижн и продолжает подхорашивать Вайпера, но не знаю, то есть парень с коррозив скином не тот, кого ты хочешь пробивать. Курьера тоже очевидно, он не может из-за этого подрезать, хотя Вайпер очень нагло вывез, и можно было попробовать. Оу, я думала. Ничего страшного, сейчас поставится новый центряк, и съестся вард уже второй. Ага, БХ среагировал на это дело, подъел второй вард. Вот сейчас LGD. На том самом личном исполнении прогорают. Да. Прям, знаешь, вот обидно за Вайпера. Приходит. Что это вот у тебя сейчас начинается Bounty Hunter и так далее, вроде сильнее, вроде тут БХ будет и напрягать. Ну посмотрим, тут еще, во-первых, не будем забывать про Чена. Если БХ напрягает в миде, соответственно, он не напрягает лесу. И Чен в это время может там что-то подфармить и сделать какой-то хороший выход. Главное его сейчас сделать. Сейчас вот имеется тролль, имеется внизу венга и форма... Форма пока не имеется, первого левела. Рефлекшн, но он сейчас возьмет второй с любого крипа, то есть находит Баунти Хантера, пытается его быстро убить, пошла сетка, хватит ли урона. Должно. И Тини спасает. Нет. Еще есть ли центряк? Вот, опа! А вот FY. Кто вот получил? Тот парень, который делает игру. Просто взял второй левел из террора, причем там чистым уроном, по мелочи буквально залетает. Да, именно да, этого да. хватило, и он угадал, куда нужно дунуть. Потому что АОЕ тут, знаешь, не 180 градусов, а очень маленькая конусообразная. Мисс, ну его точно вот идем, берем в повторяет. Смотри, еще станчик. Сеточка пошла, и у Тини нет прокаста, поэтому он тут... А вот сейчас, кстати, есть, но этого... Пытались отдать ТБ, но там стики. Да, FY точно берем, тут уже без вариантов. Причем, судя по тому, что сейчас еще на винге исполняет, можем его и на пятую позицию ставить. Да, угу. Так все, что? Мы с тобой уже. Так, хорошо. Я бы взял их двух тогда, на четвертую и на пятую. Два FY, подожди. Два FY, да. Вот потому, как он исполняет здесь и сейчас. Вот его команда проигрывает, но насколько же он в ней хорош. Ну, и тем более, знаешь, очень редко, когда выделяется именно саппорт. Это гораздо сложнее выделяться на саппорте, чем на core персонажа. Особенно на таких саппортах, как Vengeful Spirit. То есть ты смотришь, да, ну вот, на... Думаешь, ну как ты там выделишься особо с танчиком, с вапами, может быть. Или там уже читы поехали, ты видишь инвизных врагов, закидываешь террором и так далее. Да. Читы точно. Как я могла забыть? И что, их еще не пофиксили, что ли? Я не уверен, что кто-то даже собирается этим заниматься. Ага. Кстати, вот тут пытался Чен уйти с помощью телепорта, но вовремя Тинь не подходит. И хопа! Будет попытка задонается. И, кстати, у него получится. Получилось, да. Дракон большой, дракон сильный, дракон мощный. Посмотри на его черные здоровенные крылья. Как же он хорош. И Чен? Пусть и долго в таверне посидит, зато денег не вдонатил. Ну да. Тоже. Тем более там Тинни, например, очень много времени потерял. То есть пока там бегал, ну, соответственно... Да. Соответственно, сейчас у Террол Блейда просто будет... У него и сейчас по крипам мы видим 23-10. А дальше только все будет в плюс. Получилось. А, он просто так сделал. Хорошо, по баунти пошли. Здесь БХ забрал, но баунти забрал Vengeful Spirit. Тут Вич Доктор, Аркейн Руна на топе. Ну, как у нас дела у Вайпера? Кстати, знаешь, да, что... Нормально. Вообще-то... 16-18. Но Медуза хорошо стоит. То есть она не проигрывает линию. У нее 19-8.
как говорится, не проигрываю мид. Иногда даже выигрываю. Ну вот просто мы отмечали, что Медуза слабее в лайнапе Вайпер Медуза. И здесь она не выглядит слабее. То есть да, там вначале бы хаб пришел, как-то Вайперу помешал, но это не сказать, что он там прям стоял, как знаешь, а-ля Скай выбил весь реген, и вот потом тебе пришлось там на базу идти. Нет, такого не было. И на данный момент мы можем наблюдать, что крепстат у них абсолютно равный. Это достаточно важный момент. А внизу нападение на Wedge of Spirit, но здесь уже не отпустят. И БХ вышел, и Witch Doctor здесь должен. Но нет. А, телепорт. Еще и на развороте. Станчик. Станчик заезжает. И Венга выживает. А вот Баунти Хантер. Нет. Второго левел чена. Отпустили, что могу сказать. Неожиданно. Еще маленький левел у Тинника. Я Ну, с этой перетяжкой, опять же, вот очень да, много потерял. Пошел рефакшн, или как это правильно называется. Тинник без мана остается, у него есть стики, пытается что-то сделать. Пошел засыпка. Шла. И Венга тут как-то вот закрывает Станчик. И будет оставлять фраг. Да, она даже стан не стала тратить, абсолютно верно все. Вот прям, знаешь, саппорт саппортов. Ну да, так еще пошел вражеского гоня, сейчас еще крипов уведет, чтобы вышку забрать, потому что переманил члена катапульта. Вообще очень грамотный выход именно под приход первого катапульта. Да, смотри, он реально пошел обводить крипов. Берем. Не, ну это все. Все, это. Это все. Мое сердечко забилось, вот это вот. Пришлось притягивать даже Ливеру сюда. Вместе, чтобы хотя бы что-то сделать, но две катапульта, они их не успевают сломать. Тени не смог даже вдинать эту вышку со своим деревом и уроном. Ну и в итоге находят здесь. Ты бэшить надо, наверное, Террорблейда? Ну, наверное, надо, маны нет. Да, но он вроде пока первый спел. Ну, там стики хорошие вот сейчас со стиков. Не со стиков, господи, со стиков хорошо зарестурился Террорблейд, а у члена просто накапало маны, он может ее отправить, но посчитали, что есть шайн, и можно отойти, просто выпить его, и зачем улетать? Абсолютно верно, то есть они еще и Вивера перетянули, Тавр забрали, никого не потеряли, и у них все великолепно. БХ подрезает Курьера, но реакция. Реакция, я уверена, что тут фая. Я уже просто... Ладно, короче, давайте посмотрим, какие вообще... Пока 0-4 в пользу LGD. И у них, кстати, и по золоту преимущество около 2000. То есть вот этот самый пик, про который мы говорили, он пока тащит. У нас на топ мы давно, кстати, не смотрели, как дела у Бутрайдера. 1100. На руках, то есть очень скоро будет даггер, он начнет набирать темп. Просто пока вот Медуза, ну, например, не трогает. То есть она стоит напротив Вайпера, плюс-минус, они оба фармят и всех все устраивает. Но у Вайпера есть Бетрайдер, а у Медузы Бетрайдера нет. Ее, кстати, сейчас... Никто ее здесь не нашла отпустит. Пати. Они знали, где находится Медуза, то есть в миде стоит Вайпер один, понимают, что Медуза, скорее всего, пошла фармить лес и... Честно говоря, вот мне даже хочется, чтобы LGD выиграли, потому что настолько они пик хороший сделали, действия хорошие делают. Они не должны расслабляться даже против, вот как мы... Пошел стан, Бетрайдер залетает, будет лассо. Еще и фейта заберут. 0-6. И стоит Баунти Хантер, вот лучший герой патча. Просто смотрит. Есть, знаешь, эта картинка с девочкой, на которой, типа, на фоне горящего дома. Так и тут. Стоит БХ, просто улыбается, смотрит, как падает его тавер. И все горит вокруг. Ну, абсолютно. И тем более LGD делают то, как надо. То есть они пошли вместе, они понимают, что их пик силен вместе. Главное, конечно, дать Террорблейду немножко левела получить, потому что левел не самый высокий. И на этом надо сейчас сыграть. 100 секунд надо, чтобы он просто стоял и фармил АФК, чтобы ему никто не мешал. Обеспечить эта команда обязана сейчас. Тем более, Бетрайдер. Вот на секунду нажми и включи Vision команды Ньюби. Видишь вот этот вот замечательный вард? Uh-huh. И то место, которое он светит. Это все для того, чтобы Bounty Hunter убивал курьеров. А что в это время делает команда противников? Она вот здесь вот бегает спокойно и перетягивается, потому что это место просто невидимо, и убивает героев за героем. Там, в топе выход на ТБ, но у него есть возможность взять Сандры, поэтому по нему просто не резают. То есть напали, станов нет, ТБ не взять. Причем самое смешное, то, что он ставит варды против курьеров. Ну вот за вышку, но раскачку имеет 1-1-1, то есть он не может курьера убить ваншота. Ну у него просто пока банально третий уровень. Ну да, так, но вот любой баунти-хантер, если он
профориентированное убийство курьеров, он берет или 0-2-3, либо 0-2-1, либо 0-1-2. Вот так вот. То есть у тебя либо второй инвиз, либо вторая джинада, ибо обычно берут еще инвиз второй, потому что у тебя он дольше длится и так далее. Вот. И тогда тебе хватает без орбов фенома, без минус армора, без, вообще без ничего. Ты просто идешь и просто убиваешь курьера с ваншота. Со скачки 1-1-1 у тебя удара с инвиза, с джинада не хватает. А Батрайдера тем временем появился Блинк. Его сейчас телепортнул на базу Чен. Соответственно, сейчас зарегенится. Надо делать ТП в топ, спасать Афуая. Да, кстати, он, кстати, очень красиво массит. И сейчас должны ему тут помогать. Но, скорее его ТП всего, на базу. Они сейчас уже убили Вич-доктора. Телепорт, а здесь лассо от Бэтрайдера. И это 0-8. Афуая выживет. Я жива. Он нажал стики прямо на лоу хп, прямо перед ластиком Маледикта, что позволило ему не получить с ластика много дэмэджа, и тем самым он... Ну, он поучаствовал в 7 фрагах из 8 своей команды. Все. Митяй. Не-не, все, то есть, это тот парень, который, говорится, был бы дамой, взял бы в команду. Короче, он сейчас соло убивает, он реально соло сейчас убьет, еще один удар. Просто! Как выделиться на саппорте? Идешь и убиваешь всех. Как приятно просто! Как приятно! Ты видел, да? Он написал. Да, забавно. Фразочка. Нет, серьезно, это редко такое бывает, когда ты просто смотришь, как у тебя саппорт. Считай, пятой позиции делает столько грязи. Когда нам цепляют Медуза. Медуза 9 уровень, но она до сих пор без ультимейта? Ну, это, кстати, нормально. Не, ну... Так играют. Просто если у тебя нет ультимейта, ты не идешь дефать что-то, потому что тебе нечем жить. И в итоге ТП-ши будет вайпер, и, похоже, это будет первый фраг. Первый фраг. 1-11. А тем временем Венга? Венга! А на что он руну накинул? Но здесь шрайн, и теперь... Нет, я не хочу это видеть! Может, успеет стандать? Не хватило все равно урона. Но было близко. Венга! Иллюзия! Пошла! Чуть вот по мелочи, опять по мелочи. Очень жаль. Ну да ладно. Там этот, Баунти Хантер подъел книжку в 10-й минуте. И до сих пор не шестой. Ага. Треков нет. За фраги ничего не дают. То есть они сейчас сделали фраг на 1-2, но потеряли троих, и в итоге команда даже заработала 666 голды, а Ньюби всего 420. Причем, опять же, потеряли корм Медузу, который так просел довольно серьезно, у нее до сих пор ничего нет, то есть даже Мома. А секунда уже такая, что хотелось бы. Жмут смоук, он тут же спадает, и Баунти Хантер его видит, его нашли. Сейчас. Если еще, да, у них есть старые досты на случай, если вдруг он захочет как-то спрятаться, дают их, и да, и Баунти Хантер КК погибнет. Ну, и следующее действие, это, скорее всего, либо Тавр, либо Рошан. А желательно вообще, может, даже в смоках пойти как-то попробовать убить. О, уже смоки, отлично. Правда, было потрачено лассо. А Баунти Хантер, он, так как он такой маленький левел у него, соответственно, резается он очень быстро. И... Медуза очень грамотную позицию выбирает. Вот видите, она сейчас по тавру идти опасно. То есть со свапа разве что начать в теории. Ага. Вот сейчас пойдет, но до сих пор нет ультимейта. Сюда летит уже два телепорта. Они так зря сюда идут по одному, потому что долго будет прилетать. Вивер, хорошо, ты как снова сыграл. Чего мутит-то, алло? Это просто, ну, еще и свап, пошел по SCCC. Но здесь уже нет, нужно отойти. Нужно отойти, потому что зачем? Тим не подходит. Противников двое, а у вас четверо, у вас вайпер, он всех сейчас развалит. Да, вайпер же, да? Я просмотрела на ресурсы Венги, и SCCC тоже умирают. Ой-ой-ой-ой-ой. Я про то, что я же даже для себя прошу пощады-то. Какой же разнос идет? Но они в четвером погибли, да? Я не понимаю. Сначала плохо прочитал телепорт, отменил стан кентавр и прям по тайминг дал первым, дал вторым, и они еще вивера развалили. Не знаю, лететь на шайн, на котором ничего нет. В смысле, его нельзя нажать. По одному, причем первый летит саппорт в трех противников, это плохо. Пытается БХ как-то убить Чена, доживет ли до шайна. Может дать ульт, кстати, свой, но не жмет. Он просто еще его застанил и... Забайтил. Да.
Добавил и убил их снова. Короче, давай, их снова и FY, вот. Давай, давай. С саппортами совсем определить. Да, все, с саппорта хорошо. БХ, кстати, 14 минут, уже 15 идет, все еще левел 5. В центре цепляю Тинника. Будет ли свап? А тут станчик, что стан. Они просто не... Похоже, и вот так убьют. Да, зачем? Зачем тратить лишние ресурсы? Фуай, все просчитано. А сейчас, если что, он еще свап... Не, он, наверное, не... Нет, тут не спасти, там Маледикт. Абсолютно верно. Маледикт. Против этого свап не работает. Против этого нет приема. Так, все, я... Собрался, посмотрел на Нетверс и Террорблейд, разобрался. 8 тысяч в Этериме нафармился. Он же вообще участие в драках особо-то не принимает. Так вот, пора сбегал, что-то на Медузу посмотрел. Не, он вначале он дрался, а вот потом он пошел потом, фармить. Ну, просто, да. Просто фарм. Потеряли такие курьеры, БХ его подрезал. Причем в курьере было столько всего. Очень 9 много. Слотов. Как же жестко. Ну вот 8 тысяч. Нетверс у ТБ есть. Вот уже Сия готовая. Планирует прямо сразу бабочку делать. Никаких этих доп слотов, типа Скади. Хотя можно было бы. Просто на самом бабочки деле здесь БКБ тоже. И сейчас можно будет БХ найти, какой-то. Но что-то как-то они его не прочитали в этот раз. До этого все разы читали, а сейчас... Ну, у них на этих трех героев не выделили, скажем так, денег. У них нет ни просветок, ни винга, смотри, ничего. Винга. У Винги не должно быть. У них нет. У Винги, кстати, нет. А где просветочки? Фуай, ты так не ошибаешься. А, наверное, в курьере. В курьере были. Точно, были. В курьере, поэтому. Ну, так что все, прости, Фай, я ошиблась. Треки-то пошли, а Медуза сейчас можно будет спадать, но, к сожалению, 8 секунд лосо еще в кулдауне, слишком рано взлетел. Ну, похоже, что собираются куда-то пойти. Может быть, на Рошана? Да. Было бы здорово. Или на топ. Топ скорее задефать, просто можно, скажем так, совместить приятное с полезным. И топ задефать, и на Рошана зайти. Потому что герои хорошие. Проблема, мне кажется, еще у них большая в том, что у них никакого ауе замеса нет. То есть им нужно вот играть от того, что нападает на Медузу, которая со слотами, которая живет, которая нажала ультимейт, в него там типа Тини засыпает, что-то Вивер делает. А если вот начинается драка на Рошане, ну Медуза нажимает ультимейт, все отворачиваются и все, что ты будешь делать. Ей еще нужно подойти, она пока подойдет, там уже какие-то косты могут залететь. Так, ладно, ждем появления, во-первых, курьера. Они, возможно, на Рошана не хотят заходить, потому что сентри и дасты, опять же, в курьере. Кто знает, у Бэтрайдера есть опять один даст. Но этого может быть недостаточно. Возможно, стоит немножко подождать. В это время можно использовать, например, как для того, чтобы забрать Т2 тавр. Почему бы и нет? А, кстати, Баунти Хантер ждет кулдаун, видимо. Ждет. Курьера. Сейчас Бэтрайдер, кстати, может ворваться. Не выцепить кипи. Тинник, конечно, плохо цеплять, потому что у него статус резистенс, но под ТБ-то в форме можно было бы и ворваться вот сейчас. Он сейчас, скорее всего, и ворвется. Так оно и есть. Видишь, очень быстро раз вопрос кончается, но все равно пошло замедление, которое он уже никак не скидывает, и Тинник погибает. Забрали Тинни, фраг достается Аме, сейчас еще и Тавр упадет. Ну а S3C пытается сплитить, ну хотя бы вот второй Т1 забрать. Они, кстати, скорее всего заберут его, используют просто сплит. На фоне слотов ТБ фраза второе Т1 не звучит как какое-то слово победы. Так оно есть. Ветки со стола или типа того, вот это на то похоже. И просто забирает Т1, ТП-аш на базу, потому что все остальное поломано или пушится. Ну, кстати, не на фоне слотов будет более правильно, потому что слотов у него только Саша Яша, а на фоне Нетворса, потому что у него 3200, он еще ничего не купил. Так у них курьер фуловый на базе стоит, просто не могут в него ничего добрать. Да. 9-слотовый курьер. Но, кстати, хороший вард стоит вот этот БХ, в том плане, что если он еще раз его поймает, этого курьера, то будет, конечно, совсем неприятно, потому что там этапы как снова, и фейзы для Венги и так далее. Ведут курьера, и он здесь стоит. Это время Ами в соло уже разбирается, убивает Кипи еще раз. Ну, просветочка. Да, он просто знал, он знал. Прочитали. Как красиво, Фай. Он просто ждал, когда ему... И смех. Причем, если я правильно понимаю, баг не пофиксили, и этот видит надпись все противники тоже. То есть спамишь союзником, но и слышит. Но это было красиво, ну согласись. То есть он еще такие реплики кидает, и приходит, убивает Баунти Хантера. Там, что он написал? Это тоже что-то забавное.
эти реплики, это, конечно, весело. Приобретайте еще гем. Теперь вообще приятно. Будет, может, себе еще что-нибудь купить. А, линзу. Да, линзу будет собирать. Конечно же, линзу. Сейчас ТБ, смотри, еще выйдет. Сандер даст. Дается кого-нибудь убить. Ну, к его несчастью, это был именно Вивер, который очень быстро бегает. Ну да, мог бы вернуть себе все ХП, но, видимо, решил не тратить ультимейт. Подозревает, что по ДАИС будет какой-то подпуш, и что ультимейт ему еще может пригодиться, и пойдет. Может быть. Зарегенится на базе. Тоже верно. Ну и подпуш пошел. Бэтрайдер здесь летает. Но Т2, разумеется, дефиц. Нет никакого желания у Ньюби. Они должны очень... Если они хотят эту игру выиграть, они должны еще очень минут... Не знаю, 10-15 хотя бы дать. Все 20 там находят Баунти Хантера. Ничего нет, ни форстав, ни воздух. Мне кажется, Ньюби против LGD больше никогда не возьмут Баунти Хантера. И поставил вард, когда у Бэтрайдера гейм, он только что сломал вам один. Ну это супер обидно. Второй тут же его теряет, это еще 100 голды, еще 100 экспы. Да, ну и беда, конечно. Сейчас еще можно будет в центре поймать Тинника, но Бэтрайдер пока что находится под действием трека, поэтому Тинни в этот раз отойдет. Теперь он представляет, что опасность летает где-то рядом. Чем Бэтрайдер по треку все равно летит? Не парится, у него там стоит вард. Сейчас можно будет выцепить Бэтрайдера. Не Бэтрайдера этого. Вич-доктора. У него Пирос уже аганим купил. Там тем временем воюет он вместе с Вивером и Ченом. А его команда не парится, просто вытягивает медузы, и похоже, что для STPLC плохие новости. Кончается ман, он не может дать ультимейт даже после стиков, и погибает. Свап еще и свап сразу же Тинни, мгновенный. И это минус 2, соответственно... И гудгейм. 21 минута. 3:23. Как приятно, вот. Подожди, я сейчас ничего не поняла. А они сами написали? Не, просто написал хорошая игра, ага. Я написал этот. Good game, кака. Ага, я поняла. Я думала, что он просто написал. Да, я, честно... Просто никто не пишет. Я даже не ожидала, что вот... Ну, это... Слушай, получается, прочитали мы с тобой пики? Что тут сказать? Ну, Баунти Хантер — это не тот герой, который сейчас вот в этом патче все же хорошо заходит. Склакверк, Баунти Хантер, их временно желательно забыть. Плохо они работают. Есть Дарк Виллу. То есть хочешь, берешь Дарк Виллу, она также летает, ваншотает курьеров и делает все очень хорошо. Хочешь, там, не знаю, сильного героя, бери там Шаду Демона. Хочешь сильного героя, бери Бейна. Вот есть куча саппортов, которые так раньше заходят. Не говоря уже о том, что есть всякие разные там ситуативные Нага Сирена саппорт, там, Верк саппорт.